Россия, как известно, живет сейчас под давлением вообще тысяч санкций. На ваш взгляд, в принципе, политика санкций и международных отношений, она имеет хоть какие-то перспективы? Она не имеет вообще права на существование. Тем более, когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно. Поэтому мы категорически выступаем против всяких санкций и считаю, что международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию. Мы в национальном качестве эту позицию выражаем. Что касается санкций, наложенных на нас, и не только на нас. На нас санкции были наложены в 1992 году по надуманному обвинению о том, что мы блокируем Армению, в то время, когда наши территории находились под армянской оккупацией. Эти санкции были сняты в 2001 году, когда Соединенным Штатам было необходимо осуществлять транзит своих грузов и воздушным путем, и наземным, и морским путем в Афганистан через территорию Азербайджана. И каждый год президент Соединенных Штатов, независимо от партийной принадлежности, эти санкции своим решением отменял. До того момента, когда Соединенные Штаты бежали из Афганистана, после этого эти санкции на нас были наложены. И когда я их обвинил в неблагодарности, я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте.